зритель. Мне просто показалось, что это очень красиво выглядит. Этот браун давно не юзался. Я еле его открыла. Он, наверное, уже забыл, как им, что им пользовались. Вообще, наверное, расстроился и так далее. Я решила, что в нем надо измолоть сухие яблоки, потому что у меня блендер другой. Кстати, в нем я еще не пыталась молоть сухие яблоки. Ну, как бы сохнет. Я тут это как бы читала, что кэшью надо отмачивать. Отмочила я кэшью. И решила измельчить, и нифига он в пасту не измельчается. Вообще такая-то хрень получается. Я добавила немного воды, чтобы оно хоть как-то более-менее на что-то было похоже по вкусу. Оно напоминает, ну, пшенную кашу. Правда, туда еще финиковой пасты фигакнула. Добавила еще немного воды. И, в общем, оно как-то такое жидкое получилось. Ну, в смысле, такое странненькое. Я поняла, что если я его сейчас не схомячу все, а оно начинает такое как бы, ну, как-то, в общем, оно подзаветриваться. И я решила туда кокосовые стружки фигакнуть, та, которая такая толстая, жирная. Потом думаю, ну, добавить туда. Я просто видела один рецепт, там много всего-всего-всего на основе финиковой пасты. И решила, что я сейчас измельчу сушеные яблоки, потом измельчу немножко шелковицы, потом добавлю еще кунжута, ну, может, еще чего-нибудь. Ну, и если, может, у меня получится сварять шарики, и я покатаю в миските там или в коробе. Вот. В принципе, я это и хотела тебе показать. Сначала думала, сейчас засниму и скину в телегу, а потом думаю, а что мне скидать в телегу? Можно заснять и скинуть в эту самую, в YouTube. Пока, зритель!